Здравствуйте. Тысячелистник – красивое многолетнее растение, легко выращиваемое и подходящее для многих климатов и типов почв, включая глину. Он имеет перистую листву и долго распускающиеся цветки с плоской вершиной, привлекающие бабочек. Тысячелистник – многолетнее растение, хорошо подходящее для выращивания и устойчивое к засухе. Тысячелистник отлично подходит для срезки или сушения. По легенде, названный в честь самого Ахилла, тысячелистник использовался для лечения ран греческих солдат. Тысячелистник Peachy Seduction. Peachy Seduction имеет цветки оранжево-розового цвета сочного, созревшего на солнце персика. Сорт компактный и имеет рост, который ниже большинства тысячелистников, поэтому его часто выращивают и в контейнерах. Член серии тысячелистников Seduction Series, разработанный в Нидерландах. Высота растения – от 45 до 60 см. Зоны выращивания – от 4 по 8. Тысячелистник Red Velvet. Темно-красные цветки с желтыми серединками делают этот сорт одним из самых ярких красных цветков тысячелистника. В качестве бонуса, он также устойчив к выцветанию, с долго распускающимися цветочными гроздьями, которые сохраняют свой бархатистый цвет с начала до конца лета. Высота растения – от 70 до 90 см. Зоны выращивания от 4 по 8. Тысячелистник Desert Eve Terracotta. Несмотря на свой компактный размер, этот потрясающий тысячелистник из серии Desert Eve имеет впечатляющие большие жены оранжевые и желтые цветочные грозди до 10 см в поперечнике. Кроме того, он начинает цвести раньше, чем другие тысячелистники, и дольше, что позволяет ему цвести почти весь сезон. Desert Eve Terracotta – хороший выбор также для контейнеров и композиции из засушливых цветов. Высота растения – от 30 до 45 см. Зоны выращивания – от 4 по 9. Тысячелистник Summer Pastels. Этот победитель All America Selections добавляет в многолетний сад прекрасный набор пастельных оттенков, в том числе лиловый, розовый, фиолетовый и лососевый. Это также исключение из правила не выращивать тысячелистник из семян. Выращивание из семян не только даст вам максимально возможную цветовую гамму, но и ваши растения будут цвести в первый год после посадки, а также непрерывно цвести до сильных морозов. Высота растения – от 35 до 50 см. Зоны выращивания – от 4 по 8. Тысячелистник Мунчине. Длинноцветущий гибрид с серебристой листвой и лимонно-желтыми цветками, которые покрывают растения с лета и до самой осени. В отличие от большинства тысячелистников, это легко сдерживаемый стерильный сорт, который не распространяется и не делает самосев. Высота растения – от 45 до 60 см. Зоны выращивания – с 3 по 9. Тысячелистник Паприка. Этот сорт с пряным сочетанием цветов красного перца и ярко-желтых центров. Он быстро разрастается, образуя плотный куст, блокирующий сорняки. Ярко окрашенные цветы в конце сезона переходят в более бледные оттенки светло-розового и лососевого. Высота растения – от 45 до 60 см.
Зоны выращивания с 3 по 8. Тысячелистник Coronation Gold. У этого популярного гибрида ослепительно-золотисто-желтые соцветия до 13 см в поперечнике. Привлекательная серо-зеленая листва также является преимуществом и часто сохраняется в течение зимы в более теплых зонах. Высота растения – от 50 до 70 см. Зоны выращивания с 3 по 9. Тысячелистник Сесси Саммер Тэффи. У этого сорта цветки, которые изменяют свою окраску с ярко-розовой в июне до бледно-розовой в центре по мере созревания, создавая прекрасный контраст в течение всего лета. Ажурная зеленая листва служит воздушным фоном для плотных розовых облаков соцветий. Высота растения 90 см. Зоны выращивания с 3 по 8. Тысячелистник сербский. Этот крохотный вид – один из самых засухоустойчивых тысячелистников. Растение медленно растущее, и оно образует низкие плотные кустики из узких вечнозеленых листьев, покрытыми красивыми, похожими на ромашку цветами. Это хороший выбор для альпинария и для борьбы с эрозией на сухих южных или западных склонах. Высота сорта всего 10 см. Зоны выращивания с 3 по 9.